Героиня нашего сюжета еще в юности хотела открыть свою художественную школу. Мечта осуществилась. И сейчас Резина Резвановна воспитала не одно поколение художников, возглавляемой ею художественной школе номер 7 города Казани. Она и сама очень талантливый художник. Я пришла в свое время учиться в художественную школу номер 3. Меня за руку привела мама, отдала в художку. И вообще с тех самых времен вся моя жизнь связана именно с художественным образованием. То есть фактически я прошла вот этот длинный путь, начиная от ученицы художественной школы, заканчивая директором художественной школы. То есть фактически за плечами большая-большая дорога. В этом году наша героиня отмечает 25-летие творческой деятельности. К этому событию приурочено открытие выставки «Два берега одной реки». «Два берега» – это две художественные школы, в которых она училась, третья и седьмая. И те счастливые моменты, которыми полна ее жизнь. Я провожу юбилейную выставку, я подвожу для себя некий итог, подвожу черту, строю много планов, жизнь продолжается. Всегда я говорю, мой лучший ученик – это только впереди. И лучшая его работа еще не написана. Поздравить юбиляра пришли и одногруппники, и коллеги из других художественных школ. Много теплых слов прозвучало в адрес Резины Резвановны. Резина Резвановна – прекрасный человек, прекрасный педагог, прекрасный художник. Я счастливый человек, я могу сказать, я об этом думала, да. Для полного счастья мне, наверное, не хватает 8-й день в неделю для того, чтобы просто выспаться, да, как бы. И, наверное, уже как к своему возрасту я, наверное, хочу внуков уже, да. Выпускники с гордостью вспоминали то время, когда Резина Резвановна познакомила их с миром изобразительного искусства. И сейчас эти знания для них как фундамент, на котором они строят свое творчество. Да, она, в общем, формировала взгляд на жизнь как раз в то время. Я очень рада, что у меня был такой педагог, который полностью меня поддержит, который даст совет по поводу работы, да и по жизни. И очень было приятно ходить в каникулы, пить чай в свободное время в школу, которую вот сейчас она возглавляет. Пожелаем Резине Резвановне творческих успехов и чтобы все ее мечты всегда осуществлялись.